Используемая функция в любом компьютере. Кэширование – это процесс размещения в памяти, часто сменяющейся, одинаковой, динамической информации. Кэш делает работу компьютера во много раз быстрее, потому что работа ведется не с энергозатратными, динамическими процессами, которые происходят в данный момент времени, а с их статическим вариантом, который уберется в готовом виде из памяти. Thank you.
Увидите ли вы сейчас здесь что-нибудь? Здесь ничего нет, не так ли? Электрические импульсы пробуждают в жизни те или иные образы из кэша. Это и есть то, что мы называем «видеть».
вашего ума. Кэша. Но Кэш способен на большее. Он может вами руководить. Объясню, почему ты здесь. Потому что ты что-то понял. Ты не можешь выразить это, но ощущаешь. Ты всю жизнь ощущал, что мир не в порядке. Странная мысль, но ее не отогнать. Она как заноза в мозгу. Матрица повсюду. Она окружает нас. Даже сейчас она с нами рядом. Ты видишь ее, когда смотришь в окно или включаешь телевизор. Целый мирок, надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду. Какую? Что ты только раб, Нео. Как и все, ты с рождения в цепях. С рождения в тюрьме, которую не почуешь и не коснешься. В темнице для разума. Увы, невозможно объяснить, что такое матрица. Ты должен увидеть это сам. Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Примешь синюю таблетку, и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Ваш мир, но пройдя через это, вы обретете утраченную способность воспринимать.